Привет, друзья! Сегодня у меня обзорчик, небольшой обзорчик вот таких вот компьютерных наушников, гарнитуры. Попали ко мне в руки не совершенно случайно, но решил показать, может быть, кому-то будет интересно вживую увидеть. Ну, не вживую, конечно, видео, но увидеть. Вот такая вот гарнитура, моделька производителя MRM Power, модель MRM302. Заявленные технические спецификации, значит, диаметр, как их правильно называют, динамиков 40 миллиметров, микрофон, тут размер 9,7 на 4,5, 58 плюс-минус 2 децибел, сопротивление 32 Ома. Получается так. Не написали по-русски. Вот теперь гадай, что это означает. Короче, 102 дБ, 1 кГц и воспроизводит звук в пределах. Ну, если я правильно говорю, 20 Гц, от 20 Гц, точнее, до 20 тысяч Гц. Потребляют 100 МВ. Сейчас как наговорю, потом скажу, что вообще не разбираюсь. И длина кабеля, интересно, от 2 до 3 метров. То есть производитель сам не знает, сколько у него, какой длины кабель. Поэтому написал, что у него кабель от 2 до 3 метров. А там как получится. Видать, сидели китайцы, сами нарезали там ножницами. Ну, что получилось, то получилось. Да. Ну и спереди вот такая вот упаковочка. Открываем ее. Наушники. Эту гарнитуру, точнее, покупал для себя, потому что у меня были другие, а они сломались. Точнее, сломался микрофон. Вот. Ну, вот такая вот, в таком вот ложе эти наушники лежат. Упаковочку, как всегда, на выброс. Нафиг она не нужна. Вот. В общем, вот такой вот. Вот так вот они выглядят, видно, да, там выглядят хорошо. Материал пластик, что-то как он не очень добротно похрустывает, не очень хорошо. Вот здесь получается на гибком шланге микрофон, который как хочешь может изгибаться, его можно поворачивать. Вот шнур идет, получается, с оплеткой. Как шнурок такой, это вот хорошо, не перетрется, как бы более надежно. Здесь получается, так, упаковано, конечно, хорошо. А вот сейчас раскручу. Так, что у нас здесь? Ну, здесь два кабеля, два штекера. Один штекер, ну, как это, как стандартный для компьютера. Один штекер для микрофона, розовый, защищен такой пипочкой. Второй зеленый, это вход для наушников. Точнее, штекер наушников. Можно по отдельности. Ну, качество, конечно, не передать по видео, как бы, поэтому о качестве ничего пока не буду говорить. Сам послушаю. Ну, а вот, кстати, тут еще есть такая вот вставочка с колесиком регулировки громкости наушников. Удобно, не надо громкость крутить в компьютере. Сразу одел наушники, в компьютере громкость на максималку, допустим, и сам уже сколько надо выставляешь. Вот. Так, что еще вообще? Что еще такого не сказал? Кстати, вот сами наушники регулируются можно под разный размер головы, у кого-то побольше они, у кого-то поменьше. Здесь получается вот такая вот кожаная проставочка специально, чтобы голове было мягко, а сами наушники держатся на вот такой вот металлической дуге, видно, да? Вот здесь, значит, амбушюры, как они правильно называются, из, ну, такого среднего качества кожезаменителя. Ну, дай бог, чтобы хотя бы год он продержался.
прежде чем начнем сильно облазить. Ну, учитывая ее цену, которая... Так, сколько я за них отдал? Ну, по сегодняшнему курсу я отдал их за них примерно 4 или 5 долларов. Ну, вот где-то так. Их цена. Ну, эта цена, конечно, я не знаю, надо еще поискать. Ну, вроде как MRM Power в интернете особо сильно не торгует наушниками. Поэтому это цена офлайна, не онлайновая. Если найду подобные наушники, я, конечно, ссылочку размещу. Ну, а если не найду, как бы просто это будет обзор таких наушников, которые вообще, ну, бывают такие наушники. Вдруг кому-то действительно пригодится. Ну, в общем-то, на этом все. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь. Ссылочка на подписку находится вот внизу. Буду всегда рад новым подписчикам. И оставляйте комментарии. Всем пока!